Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий на 2 месяца. Обвиняемые будут находиться под домашним арестом до конца декабря. Как рассказал адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин, такое решение суда было ожидаемым. Было понятно, что будет продление после того, как потерпевшие не успели ознакомиться с материалами дела, их следствие ограничило. Понятно, что следствие вынуждено продлить было сроки следствия, и, соответственно, и меру пресечения тоже. Поэтому ничего в этом удивительного для нас, шокирующего там, или нового ничего нет. Не было понятно, на сколько, на месяц или на 2, уже следствие продлило на 2 месяца до конца декабря этого года. Прогнозы здесь пока рано строить, вариантов масса, это дело может по-разному еще развернуться. Поэтому мы все-таки надеемся, что дело будет в итоге прекращено. Девочки сейчас проходят реабилитацию с психологом. Состояние, конечно, не идеально. Им еще долго придется с психологами работать. Но состояние лучше, чем оно было год или полтора назад. Сестер Хачатурян обвиняет в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По мнению защиты, девушки действовали в рамках необходимой самообороны. Сами они говорят, что отомстили отцу за многолетние издевательства. Племянник убитого уверен, что его дочери все выдумали, а их преступление было преднамеренным. Михаила Хачатуряна обнаружили мертвым на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в конце июля прошлого года. На нем было множественные колотые резанные раны. Его дочерей сначала отправили в СИЗО, а потом выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Срок предварительного следствия по уголовному делу ранее продлили до конца года. Журналист «Комсомольской правды» собирается подавать заявление в полицию на племянника Михаила Хачатуряна за клевету. Арсен, так зовут племянника, обвинил нашу Дину Карпицкую в том, что она пытается повлиять на расследование убийства Михаила Хачатуряна. Он заявил, что корреспондент «Комсомолки» якобы подбрасывала в квартиру Хачатуряна вещи доки. Дина Карпицкая сама и продолжит. На прошлой неделе была пресс-конференция, которую давал Арсен Хачатурян, его поддерживали его защитники, адвокаты, там были эксперты, и он просто на голубом глазу начал там всем вещать, что я якобы была на месте преступления, просто сразу после совершения преступления, и подбрасывала в квартире Хачатуряна презервативы. Честно говоря, у меня не было в Москве в этот день, а когда вернулась, мне вот рассказали коллеги, я тут же включила эту пресс-конференцию, посмотрела. Во-первых, на фоне всего того бреда, что вообще там говорили, я даже не хочу произносить абсолютно неэтичные какие-то вещи, несколько раз прозвучало вот это обвинение в мой адрес. Я, конечно, тут же связалась с адвокатом, стала готовить заявление в полицию. Также я связалась с адвокатами Ангелины, Кристины и Марии, потому что и там вскрылись еще более интересные вещи. Оказывается, в процессе следствия, оно идет уже полтора года, были поданы несколько ходатайств, в том числе потерпевшие обвиняли в организации убийства Паршина, адвоката, и Пакулина, адвоката. По их версии, эти юристы, которые специализируются именно на домашнем насилии, ведут какие-то курсы, где учат жертв домашнего насилия, как, значит, справиться с жертвой без последствий. И они научили, науськали этих девочек, как совершить это вот убийство. А я, получается, в банде по сговору. И главное, что и после всего произошедшего всемогущие какие-то адвокаты заставляют специалистов сербского там писать заключение, все это неправда, неправда. У меня был основной вопрос, а зачем, в принципе, презервативы нужны на месте преступления? Извиняюсь. Оказывается, следуя извращенной логике Арсена, это косвенно может доказать, что вот Михаил совершал действия сексуального характера по отношению к своим детям. Они же, семья, утверждают, что он, в принципе, уже как мужчина не был состоявшим. Якобы он ничего там не был способен такого делать, а тут эти презервативы доказывают что-то там. Самое главное, что о том видео, которое говорит Арсен, что я записывала, у меня действительно есть видеозапись, я была около дверей квартиры. Сразу после суда меня мама девочек попросила, у них нет машины, просто подъехать, помочь им погрузить вещи для СИЗО. И когда я зашла, ну я журналист в первую очередь, конечно же, да, я готовила тогда как раз интервью с мамой. Я включила видеозапись, и как раз была открыта дверь в квартиру, и оттуда что-то выносили. Вот тогда был Арсен и его дядя Геннадий, и они что какие-то сумки, какие-то мужчины выносили. И это все попало мне прям на видео. Этот Геннадий, дядя, очень разозлился, пытался у меня вырвать из рук телефон. И, ну, такой был эпизод. Он был полтора года назад, я, честно говоря, про него даже забыла, а теперь я его нашла. Это видео пересмотрела, оно есть у нас на сайте, посмотрите. Я думаю, что это связано с тем, что они действительно что-то такое делали, что-то выносили. Я не понятия имею, что они там могли выносить. Но это все вот так вот перекручено, что якобы это мы что-то хотели там сделать. Все подробности этой дикой истории читайте на сайте kp.ru. И мы снова возвращаемся к делу сестер Хачатурян. Казалось бы, что там может появиться нового? Появилось. Следствие обнародовало
Расследование закончено. Сейчас изучают стороны, изучают материал уголовного дела. И настоящая такая война компроматов между адвокатами двух сторон, на потерпевших и со стороны девочек. Да, и практически в ежедневном режиме, несмотря на то, что уже действительно казалось бы, что же может быть нового, мы узнаем какие-то интересные события уже из материалов уголовного дела, которые становятся нам доступными. И вы в том числе можете увидеть эти материалы на нашем сайте. Ну и вот буквально вчера была обнародована запись первого звонка в полицию, которую сделали девочки сразу после преступления. Ну, напомним, что они убили своего отца, три сестры убили своего отца. Да, и который над ними издевался. Причиной стали жуткие издевательства, в том числе и сексуального характера, физическое насилие и так далее. Три сестры подозреваются, подозреваются в убийстве отца. Собственно, я так понимаю, что преступницами их может назвать только суд, но девушки убили Михаила Хачатуряна. И вот он, тот самый первый звонок. Звонок Ангелины. Звонок одной из сестер. Давай скажем. Да, потому что там все запутано. Все неоднозначно. Звонок в полицию, вот как это было. Лет вам сколько? 18. Хачатурян, Ирина? Ангелина. Ангелина Михайловна? Да. А пап пьяный был? Нет, ну понятие наркотических веществ вроде. Он, да? Он употреблял наркотические вещества? Нет, у него есть успокаивающие таблетки, но он их много выпил. А с кем вы были там? Я с двумя сестрами. А сестрам сколько? Одной 19, другой 17. Угу. А он на вас нападал с ножом, да? Да. А кто именно ножом убил отца? Я. Вам, да? И, конечно, невозможно это спокойно слушать. Девочка плачет, представляется Ангелиной. Но на самом деле есть экспертиза, которая в том числе и по голосу определила, что звонила младшая сестер, на тот момент ей было 17, и девочку зовут Мария. Мария была признана экспертизой, она лежала в институте Сербского, это была экспертиза стационарная, была признана невменяемой. И зачем она называлась именем другой сестры? Объяснить это не может ни один психотерапевт, потому что то состояние, в котором она находилась в эту минуту, оно не поддается никаким нормам, да, то есть она не понимала, что она говорит, не понимала, что она делает, зачем она это делает, то есть, ну, она была в невменяемом совершенно состоянии. Поэтому вот эта запись, да, которая была обнародована, предположительно, что обнародовали ее родственники, которые сейчас пытаются сделать из девочек монстров, она никаким образом не может быть использована как доказательство. Почему? Потому что, повторюсь, она в этот момент была в невменяемом состоянии. Есть заключение. Есть заключение. Экспертов, есть экспертов, есть документы. Значит, что согласно этим выводам, у Ангелины и Марии до преступления наблюдались пониженное настроение, суицидальные мысли, в том числе из-за насильственных действий сексуального характера. Все это происходило на фоне уже имеющегося синдрома жестокого обращения, обострение посттравматического расстройства, защитно-оборонительная реакция непсихотического уровня, протекавшая с сильным эмоциональным и психомоторным возбуждением. Сестры воспринимали обстановку в семье, это тоже мнение эксперта из уголовного дела, сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью. Об этом свидетельствует совершенное на протяжении нескольких лет отцом насильственные действия сексуального характера, психологическое и физическое воздействие на них. То, что это звонила Мария, в том числе подтверждает и адвокат одной из сестер Хачатуряна, Алексей Липскер. Давайте услышим его прямо сейчас в эфире. Алексей, добрый день. Она является, скажем так, одним из фактов, да, того, что был звонок. То, что звонок был сделан Марии Хачатурян, мы это подтверждаем, однако хотим обратить внимание на то, что Мария была, во-первых, признана невменяемой, судебно-психиатрической экспертизой на момент совершения деяния. Кроме того, у нее был ряд, скажем так, травм психических установлен, которые говорят о том, что ее психическое состояние было нестабильно и могло влиять на ее действия и поведение непосредственно после совершения криминированного ей деяния. Речь в том числе идет и о том, что она могла звонить в скорую помощь в полицию и давать каким-либо образом объяснение при описании случая и первичных показаний. Поэтому мы считаем, что, учитывая ее психическое состояние, нельзя давать какой-то вывод ее действий в данном случае. И использовать их, тем более, в качестве каких-либо доказательств по уголовному делу.
Это был адвокат одной из сестер Хачатурян, Алексей Липскер. Скажи мне, Настя, все, что мы сейчас услышали, звонок в полицию, есть еще и видео, кстати, на сайте можно посмотреть, это вот первое видео. Видео первого допроса, да, точно так же имеется. Следственные действия, так да. называемые. Где... Имеется экспертиза, где все три девочки были признаны, что находились в шоковом состоянии на протяжении 3 суток после, вот, после совершенного преступления. То есть то, что они говорили, они же там и в том числе и друг друга били, и все это как бы на фоне тяжелых хронических, уже таких психологических расстройств, которыми они страдали на протяжении многих лет. Они... Да, вот ты сказала, война компроматов, но данные документы и то, что сейчас говорят адвокаты, и, видимо, на чем они будут настаивать, все-таки, что это была самооборона, вот, что терпеть издевательство Михаила Хачатуряна, покойного, убитого, не было никакой возможности, что была борьба за выживание либо сестры покончили жизнь самоубийством, да, либо вот совершили убийство. Именно на этом настаивают адвокаты девочек. Но ты не забывай, что есть совершенно другая сторона, которая сейчас это родственники, которые признаны потерпевшими, которые гнут свою линию и говорят о том, что Михаил, он был просто вот святым человеком и дочек очень сильно любил. И вот один из тех... Настя, подожди. Значит, о покойном либо плохо, либо хорошо, либо никак, да, вернее, либо хорошо, либо никак, плохо не говорят. И тем не менее, то, что появляется. Ну, ребят, родственники могут называть его святым человеком, но мы видели переписку. Хорошо, переписку можно подделать. Мы фотографии избитых девочек. Мы видели фотографии избитых девочек. Ладно, сами себе травму нанесли. Ну, то есть подо все можно найти. Но когда мы слышим телефонный разговор, когда он не стесняясь дочерей, когда мы видим видео, когда он сам снимает, не стесняясь материться, как сапожник, это ничего не сказать. Он просто кроет матом эти... Они стоят, бедные, они глаза на него поднять не боятся могут. Боятся посмотреть. Да, все может быть притянуто за уши в этой истории. Все может быть... Но пока факты... Я даже не знаю, какие оправдательные моменты могут найтись в отношении Михаила. Убивать никого нельзя, да. Очень много вопросов. Давай скажем, что они все-таки обращались в полицию, никто их не слышал, там, и заявление было это массово. Вопрос уже, да, к тому, как работает полиция. Да? Вот вас когда убьют, тогда и приходите. Это была такая у нас история. Такая история, да. Но когда пытаются найти оправдательные действия для поступков Михаила, вот это вот страшно. Ну вот одно из последних разоблачений, где вот как раз Арсен, племянник Михаила, который сейчас его очень активно защищает, вот из серии, что о мертвых только хорошо. И вот на нашем сайте буквально позавчера мы опубликовали переписку Арсена и Ангелины. К нему случайным образом попадает фотография Ангелины, у которой из головы просто хлещет кровь, и он называет Михаила чертом. Говорит, просто. Это черт, девочки, молчите, ничего никому не рассказывайте. Ну и опять же пытается материться в его адрес и говорить, что ну вот это последний человек, но вот сейчас это главный свидетель против девочек. Настя, и сейчас он его защищает? Он его защищает. Ну, как объясняют это адвокаты, и как вообще это можно объяснить с точки зрения психологии, что сейчас вот родственники, они занимают сторону мамы Михаила, которая же вот потеряла сына и при этом приобрела неплохое наследство. И сейчас она распоряжается всем имуществом, которое есть у семьи. Ну и, соответственно, очень многие хотят быть рядом с ней, угодить ей, и вот такая подождите. Черта. Подождите, я понимаю, что там еще вопрос наследства. То есть вы понимаете, какой это клубок запутывается. Но мало того, что девочки должны получить какой-то приговор суда. Они вот. Сейчас очень переживают, что от них отвернулись все родственники, практически все. Да, они находятся, я по-прежнему напомню, они находятся под домашним арестом. Там ряд ограничений, которые они невозможно их приступить. Они могут, по-моему, даже с собой общаться или общаться только в присутствии свидетелей. Ждем приговора суда. Там же еще и наследство. А с каких это пор? Разве наследователь первой руки – это родители, а не дети? Ну, дети под следствием сейчас, поэтому практически все имущество унаследовала мама, которая вот и сейчас... А из имущества там что, Настя?
Ну, там и недвижимость, и автомобили, то есть довольно много. Ну, и напоминаю, что сейчас слово последнее остается за прокуратурой. Дело либо будет направлено в суд, либо на доследствие, либо вообще закрыто. Вот нам здесь пишут, я как милиционер просто не верю, что они обращались в полицию, им не помогли. Ну, сие есть факт. Мы будем следить за этой историей.